И всем привет, ребята, с вами я, Андре, и вы на канале Танцы Века. Сегодня будет обзор моего инвентаря. У меня раньше был нубский, а сейчас такой прикольненький, смотрите. Вот, сначала мы историю продаж. Историю покупок. Вот, история покупок сначала. Ну вот, раньше я покупал, я немножко тут комонку забустил. Это 19 февраля, когда ТЭЦ и ТикТак бустили. Фаевсэвэн Веном я хотел словить за 0.03, но прилетело по фулу, но я его, конечно, продал. Зачем мне он? Нафиг мне он нужен. Глок мне слил мой друг, дядя Степан. Когда у него появится канал, я его пропиарю. Вот это тоже АКР-12 мне он слил. Ну вот за это спасибо. Стоп, и еще. Сейчас. Он у меня еще тоже покупал. Так, дышки снова хотел словить за 0.03, не получилось. Продал их. Ну, Харя слил, но это все равно был тот же дядя Степан. Вот, какой красивенький паттерн. Это я купил сам. И, кстати, ребят, можете купить? Пожалуйста. 1 на добавление в друзья. 100 голды. Ой, какой 1000. Да ё. 100 голды. Вот, смотрите. Таз. И моим тимом стать. 1400 точка. Давайте 1300. Или 1100. Хорошо, 1100. Ой. Вот так. Вот. Можете, пожалуйста, купить вот эти, так, 9. Вот. Жду. Пока купите. Ну ладно. Вот. Теперь посмотрим мою историю продаж. Да, вот история продаж очень интересная. Вначале тут вообще не интересно. Вот благодаря. Вот, ну тут. Так, стоп, где-то 9. Вот, у меня вот этот купил. Это все равно дядя Степан тот же. У меня друг вот купил Мбаппе. И вот еще один друг. Вот, купил такой так 9. Ну, дальше я продал это все, ну, понятно. Ну и вот обзор моего инвентаря. Вот. Мой легендарный коллаж. Сейчас сотрем одну на кол. Да шучу я, дурак, что ли? Да нет, шучу я, дурак, что ли? Ну вот, коллаж мой легендарный. Пешка мне слили ее за 0.03. Пешка такая. Наклы не знаю, поскольку стоит. Дигл Хантер, ну вот такой. Вот такой диглецкий. Жесткий. Очень. Мне кажется, это один из самых лучших диглов в игре. Ну ладно, ну не сам. Ну, Глок Хант обычный. Вот мне тоже его слили просто. Да и Степан тоже. Это я сам купил. Шатбоксы я коплю. Их убрали из магазина. Сейчас сыграем одну карточку с этими скинами. Я за скинов хочу, потому что у меня за скинов больше скинов. Опа, Сэндриат сюда, мальчик, все. Я буду играть с теми оружиями, которые... Короче, которые... Ну, тут заходите, короче. Давай, нюй! Давай! Ну, можно я за тедов? Я буду сейчас играть плохо, потому что я не собрана. Опа, сюда. Вот. Сейчас немножко проседает FPS, потому что при записи. Минус 85. Оп. На нож мне хотел забрать. Гений игры. Музыку. Ай, почти мог бы подсадить. Мужик. Ой-ой-ой-ой-ой! Чё дал?
Ай! Зигла. Первый. Блин. Ладно, ладно. А сколько я им снес? Да ты снайпер! О, белый. Я, блин, я не собранный. Ой, что за монтаж? Минус два. А как за стенкой? Я не понял. Баним тебя, чел. Ладно, ждём. Умоляю вас, заберите. А где они? Где они все? Я запутался в себе. Я хочу АК-12 здесь еще. Или лучше АК, нет. Кто поймает НДД? Да блин, а чё он простреливается? Ай! Ой, минус два с ножа! Ай. Блин, ну, а какой у него профиль, кстати? Ну да, таки да. Блин, я мог минус 300. А я еще с дигла поставил. Блин, ну чел просто на брифе выходит, все. Что жаль хочу. Ну уходи. Что? Просто нафиг. На, первый. Ботиков выносим. Чего я с авиком? Не, я скоро скин на авик куплю, дорогой какой-то. Я же на ускопчик какой-то. Чего это такое? А, что? Как он это поставил сейчас? Я на ходу. Вот я на ходу ставлю. Блин, не забрал, но тот был первым вон там. На нож. Блин, а как он так ставит? Плотный. Плотный ячей. Не, я что-то страшно было, конечно. Ой-ой-ой. Что за монтап? Я такие монтапы очень редко даю. Прострелом савика. Давай сейчас по савику возьмем. По фану. Я съедет Перио. Да блин, ну ладно. Я вообще, если я собранный, я по 40-50 килов делаю. По вам на бою сейчас. Блин, ну я им
поддавал 7, сейчас скажу, поддавался. Ладно, ребят. Ну, всем пока-пока. Это было обзор моего инвентаря.